и бригады. И, конечно же, выполнение функций главного тренера целиком в вашей власти. Так что покупайте свисток и начинайте отбирать игроков, формировать звенья и решать, кто именно выйдет на ледовую площадку в ту или иную минуту матча. В НХЛ образца 99-го года учитываются персональные характеристики игроков, уровень мастерства, результативность и даже возраст. Прискорбный, но факт. Новинка является модернизированным вариантом версии НХЛ 98. Но за прошедшее время разработчики смогли значительно улучшить интерфейс и напичкать игру 3D-графикой. Благодаря этому все действующие персонажи выглядят вполне реалистично. К тому же, во время игры у вас есть возможность наблюдать хоккейные баталии с 5 камер. В каждой из них можно изменять угол обзора. Правда, для этого в вашем компьютере должен быть установлен мощный графический акселератор. И еще. В последнее время многие игры выпускаются с поддержкой сетевого окружения. Не стал исключением NHL 99. Одновременно здесь могут биться до 6 человек. Так что играйте в хоккей и в компьютерные игры. Это занятие для настоящих мужчин.